Масштабный молодежный субботник в Беларуси – это уже добрая весенняя традиция. И сегодня генеральная уборка состоялась на территории парка Медвежина. Убрать мусор и спилить старые деревья – лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй месяц весны начала Минская городская организация БРСМ. Сегодня к акции присоединились представители Мингорисполкома и депутаты. Деловые костюмы сменили на спортивные. Трудились все, независимо от пола и возраста. Сегодня более 100 человек. Это учащиеся учреждения образования высшего, среднего, а также поддержали и войсковые части. Приехали представители МЧС. Сегодня такой массовый субботник, но мы сюда будем приезжать еще в течение месяца каждый день. Здесь предстоит сделать очень много. Мы собираемся здесь сделать хорошую зону отдыха. Поэтому очень важно сегодня, сейчас нам здесь активно поработать. Мы планируем этой зимой сделать здесь впервые полноценную лыжную трассу. Она получится здесь замечательная лишь потому, что здесь очень хороший рельеф. Такого рельефа в городе Минске больше нигде нет. Очень большая пересеченка, очень большие подъемы и спуски. Поэтому уверен, что это будет трасса самая популярная.